Ух-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Всем привет, ребят! Вы на канале Слепой Мечник. Кстати, решил снять эту женщину антимагическую. Я уже и забыл, как антимаг выглядит. Короче, сейчас будем просто тупо проверять билдак Михаила Бандалайф. Такой, как армлитическое вот это вот мероприятие. 5 миллионов оно стоит. А что там надо, Джавик? Цепт полтора. Доллара. Ого. Возьмем армлет ПТ. Потом, наверное, добьем все это. Короче, как-то так. Атаку мы не будем качать. Силу мы качнем. Угу. Так, хорошо. Давно не играл на Anti-Mage. И вообще не играл давно на вот этой модельке. Прям ультра давно. Вот как дали антимагическую женщину, так на ней играл. 0 секунд потратил, чтобы играть не на антимагической женщине. Хорошо. Знаете, что мы сейчас возьмем? Мы сейчас вот это возьмем сразу. Это был мой, хоть это был и твой. Не, ну он же теперь от меня не отстанет, да, просто? Что, с тапком там, дед? Все, дед, давай, беги, пофарми. Клоун. You're a clone. Проблема, что он ловкий, и он меня перебьет. О, синенький. Ну, он просто быстрее. Я сам на него нарвался, если так подумать. Давай, беги отсюда. Чё? Ну, прикольно. Типа тупо вард ставит перед моим лицом. Круто, ты сломал центрик. Я сейчас возьму тапок. Ты умрешь смертью храбрых. Так, ладненько, сейчас надо тут протусманить вот этого синенького, убить, и все будет у нас хорошо. Хорошо, все будет хорошо. Так, мне надо очень сильный армлет, ведь это вся фишка нашего билдерса. Ради его килла, блин, пришлось целый тапок купить. Я хочу сейчас вот это купить. 6 армора, это очень много прям. Он реально стоял. Центрик же не дает ничего. Хорош, я запомню. Он где-то вот тут стоял. Подсматривал. Не, ну молодец. Я думал о том, что он может это сделать, но... По идее, он тут центрик ставил. А, ничего страшного. Подарю пацану. Не жалко, что ли? Пацан старается, бегает, фармит. О, ВЛД как камбэкнул. Хорошо. Блин, еще на 2 возьмем, подхилимся. Интересно, ЛД тут фармит? По идее, должен тут фармить. Угу. Не будем ему мешать, пускай фармит. Мне не жалко, в принципе. Чтобы он пофармил. Не хочу никуда прыгать, хочу просто стоять, бить крипов. У меня и так уже все не так уж и хорошо. Наверное, ПТ возьму сейчас. Надо побить.
Это очень хороший буст дает, как по мне. И какая моделька антимага клевая. А че я прям на последнем месте еще прям так плохо фармлю, я все время крипов бью. У меня даже килл есть. Или я мало бью? Надо пить, значит. Не, ну вообще, если так подумать, да, армлети, конечно, имбалансные. Михаэль добавил, ну как добавил, позволил его нажимать, скажем так. А вы не идете, да? Ну, красный, блин, 40 секунд. Не знаю. Проще этих мобов на самом деле убить. Уже докачаем, ладно, эту штуку. Ну, чисто ради интереса. Убил бы я его? Думаю, нет. Адско заковыряем. Ай-яй-яй-яй. Блин, армор, броня. Здесь равно экспо возьмем, какая разница. Так, CM-очка и VR-очка. CM-очка какая? Пятая. VR-очка тоже пятая. 1000. Фейзы — это ловкость. Это сила. Фейзами. Интересно. Фейзы Soul Ring — это интересно. VR-ка не могла книгу себе купить? Так, ладненько. Сейчас дойдем до вот этого. Чуть-чуть прокачаем вот это. Конечно, имба. Усиление, восстановление здоровья. Да не бегай так долго. Зачем так, она так долго прям отбегает? У нее реген хороший. Ну, вообще нет, у нее даже лучше реген. Не, ну то заслужено. В принципе, заслуженно. Ну какой антимах клевый, это еще сет от Бернинга. Прикиньте, лично Бернинг мне такой говорит: Владос, вот тебе сет, говорит, побегай на антимаге, пофарми. Хеорю, спасибо. Не помню, как его зовут. Пускай Валера. Говорю, спасибо, Валер. Формлетик. Чем мне нравится антимаг силы? Чем он может не нравиться? У тебя на 7 уровне уже почти 2000 хп, у тебя ни одной шмотки нету, кроме ПТшки. Мобы уже не пробивают. Чилка полная. Он на дачу, кстати, купил. Я не знаю, убью я вообще его или нет. Почему я его не убиваю, мне больше интересует. Почему тип просто не умирает? Нет. Тупо не умирает. Типочек. Я в него даже ультанул, ему плевать. Троих. Троих. В итоге тип убил троих. Ой-ой-ой-ой-ой. Чисто 6 киллов. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как же у меня сейчас херово.
Я причем Тайду тычку дал, и мне просто урона не хватило его добить. Да, Бернинг был бы мной недоволен, конечно. А второй это откуда? Уворачиваюсь от каждого кентавра. 3 минуты еще фармить. От этого не уворачивался. Кто не заметил. И нахер. Ультами конченными, вот это я знаю, как они работают. У него как-то все херово. Хотел где-то стоит. Ладно. Лды просто на одном месте стоит, тупо на одном споте. До побачення. Комбег. Вот так сделаем. Вот так сделаем. Я ни одного варда тип не поставил за всю игру. Тип в скобочках я. Так. У красный. Мы по трекам. Здорово, мужики. Это расочка очень сильно. Ну как-то более-менее одним киллом просто камбекнул в игровую ситуацию. Реген более-менее наладил. Орды никто не ставит. Баунти рунки собираются. Опа. А, успел. А, на фарме. Бобов нигде нету. А человек через что? Это интовой? А, это интовой. Можно на него сейчас напасть на самом деле. Я знаю, что он тут синего сейчас бьет. Пока, мужик. Пульчика еще возьмем. Так, 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 так. Пуч Омни Найт. Омник силовой. Естественно. Пуч. Ну, естественно. Я думаю, пуч его просто перетыкает. Хотя. Пуч. Все силовые вообще. Кроме... Уже не все получается. Двое. Никто ничего не пытается придумать прикольного. Все выиграют на базе. It's a base. Так. Так, сейчас прокачаемся. Я, наверное, возьму вначале все же Тараску, а потом уже Армледапа.
Ну, слишком дорого и бесполезно. Ну, типа, бафы этого, ну... Стараска, как по мне, достаточно будет. Станик возьмем и хватит, наверное, уже. Тарасочка прям вообще будет кайфово заходить. Я специально раскачиваю раннюю вот это восстановление. Это уже потом вкачаем. Да нет. Не, ну это бред вообще. Чисто бред, типа, вообще не умер. У меня почему-то никто вообще не хочет умирать в этой игре. Чё, ВРК какая-то играть умеет? Не, ну вообще не везет. Я не знаю уже, сколько игр подряд, меня вообще не прет. Типы почему-то вообще не хотят умирать. Этот пуш, я его прыгаю, бью, не умирает. Этого типа бьешь 100 лет, у него мана есть почему-то. Просто как же я просто упал сразу же вниз таблицы. Я думаю, здесь сейчас БХ его засилит. Оху-ху-ху-ху-ху-ху. 17 уровень сюда. Это было неожиданно. Так, у меня 3 талика, надо подумать. Обидишь ты ее. Так, сейчас прокачаем. Ну, конечно, лучше бы две свинки, Пепе. Ну, я не буду жаловаться. Это было неожиданно. Я двоих-то вообще редко когда встречаю. Опять же, не хватило сатани у этого Тараски. Был бы у меня Тараска, я бы не умер там против Верки. Верку вообще сложно пока пробить. Не успел. Ну ладно, я уже камбэкаю. По левелу хорошо, я очень-очень большой левел буст получил. Прям даже большой, это мало сказать. А, у меня еще тут джевик будет. Кайфово. На разок. В принципе, уже стараться можно не вырубать. Верку переформил. Ну да, блин, с киллами, конечно, мне не идет. Но фармит-то неплохо. Я уже даже не буду пытаться догнать, на самом деле. Уже нахуй, посмотри, он просто тут встал и фармит. Опять одного не застилил. Не стилится. Дайте застилить хоть кого-то, мужики. Ну, я услышал его, кстати, просто.
даже на арену бы пошел, если честно, подраться. Потому что надо. Халявные поинты. Матка нужна какая-то сейчас. Любая, в принципе. Не сказать, что какая-то особенная нужна. Просто любая шмотка. Так, это пока не будем качать. Она с диффузиком. В верке, конечно. Ну, против нее тоже есть что применить на самом-то деле. Так. На самом деле может удивить. Скорость передвижения, сопротивление, восстановление. Опа, и Люська. Пускай будет. Дачу хочу купить. Дискорд. Там на такой грани он на самом деле все это сделал. Так. Надо сейчас вот эту ветку раскачать, вот это докачать. Просто в силу уйти максимальную вообще. Особо не задумываясь. Просто хочу их победить. Ну, протестить вообще армлетик вот этот. Да и даже самого антимага. Да вообще хочу просто победить, я уже забыл, когда я побеждал. После этих интернетов, светов, которые пропадали. Я вообще забыл, каково это побеждать в этой кастомке. Фармлю я, конечно, люто быстро. В кубочках нет, конечно. Угу, интересно. Я за это время просто 0 голды нафармил. Там где-то тайт был, тут сверху, значит. Так, тут кто-то есть. А, у меня же есть братишка, помощник мой. Ну, сейчас проверим его в бою. ВД-ш нету. Не, братишка, кстати, что-то может даже. Наконец-то хоть кого-то убил. Ну, дабл килл. Это хорошо. Для меня это прям...
Это прям хорошо. То, ну так он туго, конечно, бьет. Надо убивать. Тупо второй, когда я выдержал, тип. Урон пока это не мое. Тиди. Ну, с такой скоростью фарма я, конечно, много почему-то не фармлю. Я бы на убийствах сейчас пофармился. Дайте мне свинку какую-то по-братски. Так, а что мне надо? У меня сейчас скади уже будет скоро. Это хорошо. Скади, мне кажется, на любого персонажа тут беру. А вон они. Это не прикольно, я опять ни одного килла не смог застелить. Ой, я на дуэли. Я даже не против стены дуэль на самом деле пойду. Я же говорю, лишнюю экспу хоть лутну. Успею, успею, успею. Синенький приятно, потому что один процентик вот этот, ну, пунтик дают. Это прям очень хорошо. О, скорость еще. Вот, вот. Это хорошо уже. Баширочек, да, какой-то нужен? Диффузный, может, баширочек взять еще? А, я забыл нажать. Это плохо. Блин, диффузный баширочек, да. Пуджик за верхом. Ничего себе, он именно бам-бам на него вылетел. Это пока мы не берем. Особо оно нам не нужно. В принципе, вот это надо дамаксить. Да и все. Ну, один талант надо всегда держать в голове. Один талант всегда стоит, получается, ровно 5000. ВР-ка становится все сильнее и сильнее. Она еще пайпу купила. Масочку, дезолятор. Угу. Блин, ну. Такое. Не занимаю тут эту пальму лидерства явно. Мне кого-то убить, это прям надо с ним очень-очень долго драться. Это пуч.
Не выхожи. О, тут много людей. Дайте мне хоть вас увидеть, мужики. Блять. Честно, даже смешно. И меня продержали, как просто бота какого-то. Я даже их не увидел. Я думал, может, я если в нее ультану, хватит там чуть-чуть урона, и я поджа добью. Но нет. Ничего мне не хватило. Да, конечно, убийца с меня на антимаге сильный. Чё-то фармлю даже. Я думаю, нажать все-таки уже эту. Ну, типа, ульту вот эту делать или нет. Ну что сверху делать? Я БКБ не могу купить. Он закумарит меня. Только пережидать, да, получается? Мне надо силу насобирать, взять Last Talent, и он меня, в принципе, очень сильно раскроет. Пятерочку уже нафармили. Тем временем. Он шестерочку стоит. Я думаю, может абиссальную взять лучше. Даже с невозможностью его нажимать, он мне кажется лучше. Он и силу мне дает, типа он мне все дает. Не скажу, что испытал какое-то дикое счастье, что его убил. Но я доволен. Его я прям легко пробиваю. В принципе, бога я ничего не юзнул. Абиссальчик прям идеал. Мне он еще, наверное, нравится. Я думаю, с ним я башить буду намного больше, плюс он мне дает силу. А, этот диффуз. Ну что диффуз? У меня и так есть диффуз. Че, тут не могу завязать диффуз. Бесполезно как будто. Так, теперь надо думать дальше. В принципе, если эту шмотку заменить, даже можно купить вот эту шмотку. Очень много буста дает, даже если не нажимать ее. Не все дерутся, а я просто бью мобов. Чем? Все, ну на 30-м бапну ее. Хотя, а сколько она дает именно чистой силы? 20-ку. 45.
Хорошо. Не, вот этого важнее убить. Обе классные, конечно. Но это синий. Жестко. О, БКБшка, кстати. Так, ладно, в принципе, пока не знаю. Я бы эту смотку не менял. БКБшка хорошо. Ну, мой путь разорвет. Хотя, не факт. Но может. Хотя, нет, подожди, он не может. А зачем он купил себе диффузный башер? Да, она его просто ультанет убьет. Да смотри, он пассивку нажал, ему вообще плевать. Он ее не сможет ударить. На самом деле, эта нейтралка выглядит... кайфово для меня. Возможно, это лучшая нейтралка, которую я могу вообще купить. 2 секунды БКБ. БКБ я не могу купить. А я могу ее нажать, вот в чем вопрос. Вы не можете использовать активный предмет. По факту я все не могу использовать. Давайте сразу ее включаем. Башера, я же говорю, мне в принципе так устраивает. Blade Mail мы сейчас продадим. Я вот думаю, купить типа эту шмотку. Или Тарасочку просто взять, чтобы скорость опять еще апнуть. Подожди, я могу нажимать? А, только переключаем. Ну да, как он и писал, в принципе. Логично. Голды возьмем. Когда надо отдачу продать сейчас сразу. А бы вот это сейчас... Блин, отдача вообще не нужна. Она уже не будет со мной драться. Может, урончика взять какого-то? Кабашечку какую-нибудь. И скорости мне достаточно. Ну, хотя вот эта шмотка такая, она кайфовая. Ладно, я возьму ее. Она слишком кайфовая. И хипер кайфовая. Апнутый дает на самом-то деле 24 к атрибуту. Это немало. Это очень немало. Ну, прикольный армлет. Я не знаю, это армлет влияет или просто потому, что я ветку здоровья наконец-то начал раскачивать. Но она уже без маны. Да дай пройти. Ну сложно ее без МКБ, как будто я...
Не хватает. А, я правда уже эту ПТ? ПТ почти купил. Ладно, если еще что-то придумаем с этим МКБ. Уменьшение наносимого выберем, конечно же. Хотя вот это восстановление. Недооценено сильно, я думаю. Мне, в принципе, надо выдержать ее первый спелл и все. Дальше у нее шансов нету. Я просто ее забью, она без маны будет стоять при любом раскладе. Ну и по фарму они меня уже не догонят. Причем, я думаю, ее быха убьют. Дерутся. Окей, сказал. В принципе, с МКБ проблем никаких нет. Джейва Лина этого достаточно, мана у них быстро заканчивается. Поэтому можно об этом даже не думать. Сетик прикольный на самом деле, бернинговский. Так давно прям... Хотя мне очень нравится моя, она, ну, красивый прям скин, реально. Я еще бы вот это взял. Или хилку. Что-то из этого двух. О. О, я могу еще дизоль взять. Кайф. Так, но они дерутся. Я думаю, она его убьет. Возьмем еще дизоль сверху. Что я могу вообще вытащить? Я могу гигант кольцо вытащить, да? Сила, скорость передвижения, да, кайф. Быха как-то послабее стал, да, этот интовой. Но у него, а, он интовой, подожди. Он сейчас силовой, он интовой? А что это за сборка была у него пьяная? Так, давай вот так еще. Вот так еще. И, наверное... Не знаю. Сейчас подумаем на самом деле, что бы я бы взял. Не думаю, что она меня начнет пробивать. Вот так. Плюс 400 просто тип. Просто тип плюс 400 именно. Какой огромный именно тип. Мана уже заканчивается. Мана закончилась. Осталось просто ее бить. Где солнце и луна? Как же я рад, что я победил, вы представляли. У меня уже тильт какой-то был, это выше, я просто нормально отыграть не могу. Либо меня кроют. А ну кинь опять в эту. Не, она тоже меня на самом деле пробивает. Все, закончилось. Все, малыш, когда закончилась твоя ульта, прекращай.
Ты была сильная, правда. Ты меня даже чуть-чуть успела испугать. Ну, бёрнинг тупо. Кто досмотрел? Напишите в комментариях. Тупо бёрнинг. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back.